блядь, лезешь, уродов, блядь. Тебе спасибо, удачного выбора автомобиля. Примем следующий звонок 371-400. Вы можете дозвониться, спросить что-то или высказаться по вторичному транспорту. Напомню, беседы ведем. Давайте звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Николай. Ну что, блядь, самый лучший. Вот скажите, пожалуйста, что лучше, блядь, Форд 3 или Гольф? Ну, в этом случае я бы выбрал Гольф, я бы тоже взял бы Гольф. Тоже? Ну все, ну не начинай. Ты жива? Твою мать, а! Куда ну ёкарный бабай, блядь! Блядь! Он должен пропустить, блядь! Естественно, на своей полосе ел! Как у вас тут система? Как у вас там? Ёху! Паразит такой, а! И поехал. И поехал, ага. Оказаться причисленными врагам сущего. Что значило стать врагом сущего и какая за это должна последовать расплата, большинство представляло себе довольно-таки смутно. Зато каждый превосходно знал, что врагов, хранителя храмовых врат, постигала незамедлительная кара. Загадочные исчезновения провинившихся из поселка объяснялись чаще всего непознаваемым для простого смертного. Нихуя, нахуй. Нихуя.
gotta get some time. By the light on the TV screen, are you leftovers with mashed potatoes? No more candlelight, no more romance, no more sponsor, worthless. Ля-ля-ля. Офигеть! А с откуда он вылетел? Не знаю. Я вообще, честно говоря, не заметил. Где Стив? Там. Кивнула на дверь Марта, лихорадочно прикидывая, что можно сделать в создавшейся ситуации. Занимались любовью, и все. Весело защебетали девицы и попятились под яростным взглядом. Что ты делаешь, блядь? Он просто ослаб, а вообще ничего. Как под музыку падал снег, городском в саду. Я выберу.